Всем огромный привет, с вами Юля, и как обещал я в обзоре про BB-крема, я делаю видео о том, как смыть BB-крем и в общем о системе умывания по-азиатски, по-японски или по-корейски, называют по-разному, но смысл один и тот же. Сейчас на прилавках магазинов появилось очень много BB и CC-кремов, и нигде не сказано, как их смывать. И как я уже говорила, эти крема водостойкие, поэтому просто обычный пеночкой они смываются не очень хорошо, они остаются в порах. И если это будет накапливаться, могут вызываться какие-то воспаления, какие-то прыщики. Еще один момент, да, например, я покупаю BB-крем, сразу покупала его с гидрофильным маслом, потому что знала, что нужно будет его смывать именно так, но я совершенно не имела никакого понятия, как работает это гидрофильное масло и что с ним сделать. Вот, и очень-очень много информации перелопатила для того, чтобы понять, как это работает. Но я вам покажу не только, как умываться гидрофильным маслом, но полностью всю систему умывания. Итак, для того, чтобы начать удалять наш макияж, нам понадобится снять косметику с глаз. Для этого я использую двухфазные лосьоны для удаления макияжа с лица. Либо мицеллярную воду с собой. У меня лосьон от компании Mary Kay для удаления макияжа. Я наношу лосьон на ваточку и накладываю на глаза. Жду буквально несколько минут для того, чтобы не тереть глазки, чтобы макияж растворился, только потом начинаю его стирать. Так, я убираю ваточку, вытираю остатки туши немножко, и все, я удалила весь макияж вместе с тушью. Все очень просто, и не нужно шоркать глазки. Следующий этап. Мне понадобится гидрофильное масло, либо вот у меня это продукт от компании Миша, называется... Не знаю, вам видно или нет. Давайте я, наверное, повернусь и покажу в камеру. Вот. Pore Revolution Deep Clean Oil Gel. Это то же самое, что гидрофильное масло, просто на гелевой основе. Также хорошо очищает поры. И что мне нужно сделать? Я наношу небольшое количество геля на руку. И наношу гель на лицо. На сухую кожу. Делаю такими круговыми движениями массаж для того, чтобы хорошо очистить кожу и убрать все из пор. Можно где-то его делать минутки две. В принципе, очень, кстати, хорошо растворяет черные точки гидрофильное масло. Не знаю, как у него это получается, но действительно растворяет черные точки, если очень хорошо и тщательно им потереть. Обязательно делаем все по массажным линиям, иначе мы можем растянуть кожу. Итак, я помассировала лицо и добавляю немножко воды. Прям чуть-чуть водички и эмульгирую мой гель на лице, ну или гидрофильное масло, в зависимости от того, что у вас будет. Воды прямо на кончик пальцев, не нужно ее много. Просто для того, чтобы гель начал эмульгироваться. И на руках у меня уже все мое тональное средство. Очень хорошо очищается лицо. Также буквально 30 секунд или минуточку, и все это нужно смыть водичкой. Итак, умываем лицо водой, смываем наш гель. И приступаем к следующей фазе умывания. Нам для этого понадобится вот такая вот сеточка для смывания пеночки. Немножко мочим сеточку, буквально чуть-чуть, для того, чтобы вот буквально капельки оставались в сеточке. Намочили сетку и добавляем капельку геля на нашу сеточку. У меня это гель от компании Миша. Опять покажу вам в камеру. Тоже серия Neo Skin. И что мы делаем? Мы берем гель и начинаем
взбивать его в нашей сеточке, превращая его в пенку. Чем такое умывание отличается от обычного умывания? Пена при взбивании получает очень много-много воздушных пузырьков. И получается, что мы не трем руками лицо, наши эти пузыречки, они создают обильную-преобильную, такую, как сказать, подушку между пальцами и лицом. Вытаскиваю так вот сеточку. И на моей руке остается пенка. Извините, здесь не очень удобно, потому что и периодически я попадаю в кадр, не в зеркало. Так. На моих руках остается пена, и я ее наношу на лицо. Очень получается мягкое нанесение, я практически не дотрагиваюсь до лица. И очень-очень приятно, такое получается, как шелковое умывание. Чем оно отличается от того, если вы будете наносить пену напрямую на лицо? Во-первых, она не распенивается на лице, если вы гель напрямую нанесете на лицо. Не создается такой обильной пенки. Это первое. Второе, воздушные пузырьки не дают травмировать кожу. Очень приятное ощущение. В принципе, да, и я уже проверила, да, любая пена, которая вспенена сеточкой, она не щипит глазки, она не сушит кожу. То есть она как будто вот, если напрямую наносить на лицо, то кожа сушится, а если вот пенкой, то все у меня нормально, и кожа остается совершенно в хорошем состоянии. Чем же отличается еще такое умывание от, вот знаете, такие круглые спонжики, которые продаются в магазинах? Ну, спонжик это тоже совершенно не пенит пенку, и достаточно сильно мы трем лицо, травмируем кожу. Мне не нравятся такие спонжики, я их использую для того, чтобы смывать маску. Опять же, делаю, да, спиночкой такой небольшой массаж. Я просто говорю, да, поэтому так подольше у меня. Для того, чтобы убрать остатки косметики. Видите, какой обильная пена, какая обильная пеночка получается. И очень-очень, правда, действительно очень приятно. Прям, вот, не знаю, очень невероятное ощущение. Такая система умывания, она в корне отличается от обычной, и после такого умывания действительно очень чистые поры, очень чистое лицо, и мне нравится то, что кожу не сушит. Ну, по крайней мере, ну, моя сухая кожа очень сильно ощущает разницу. И смываем все водой. Смыли водичкой, обмакиваем лицо полотенцем. Никогда не трите, кстати, девочки, лицо полотенцем. Делайте все очень бережными движениями. И по корейской системе нужно обязательно в первые несколько секунд после того, как вы умылись, запечатать влагу в лице, иначе кожа начинает стягивать. Это делают либо стартеры, либо тоники. У меня это вот такая сыворотка от компании Mizone. Мне она очень нравится. Я ее без тонера использую. То есть я ее всегда кладу под крем вместо тонера. Иногда я пользуюсь тонером, но сейчас у меня с собой вот такая сыворотка. И я сразу после умывания запечатываю влагу кожи для того, чтобы она у меня не испарилась. После сыворотки наношу я вот такой крем, тоже от компании Миша, для того, чтобы еще сверху запечатать сыворотку, потому что сыворотка легкая, крем тоже легкий, но вот у меня так все поэтапно. Можно нанести, если что кому нравится. Да, сейчас я просто жарко, поэтому я наношу более легкие крема. Можно наносить ночную маску после тонера, можно наносить крем сверху, ночную масочку, да, но обычно просто косметику мы смываем перед сном. Вот, и кожа будет увлажненная и действительно чистая и хорошая. И вы до конца вымоете свой
бибик с лица. Если вам понравилось это видео, ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем отличного настроения, счастья, любви и, конечно же, чистой ухоженной кожи. Это очень-очень важно для нас, девушек, когда наша кожа сияет. И самое главное, чтобы не только кожа сияла, но и сияли, девчоночки, ваши глаза. Желаю вам искренне этого. Всем пока-пока!